Hold up. И всем привет, ребята, с вами я, Домер. И сегодня, ребята, у нас наступили результаты конкурса на 5000 рублей. Это очень огромная сумма, да? Вот поэтому она как бы на месяц целая была, так сказать, можно, да? Хочу также напомнить условия. Вам нужно было подписаться на мой канал, поставить лайк под данным роликом, вот тут, там где 134 лайка, и подписаться на спонсоров. После того, как вы подписались на спонсора, вам нужно было оставить комментарий. У нас тут 132 комментария, и вступить в мою группу ВКонтакте. Это обязательно было. Так, как я хочу, буду проверять, ребят, кто же победил. Я просто зайду на сайт LizaOnAir RandomMizer, да, и просто вставляю ссылочку и нажимаю «Мне повезет». Сейчас, ребят, мы узнаем, кто же затащил и выиграл 4000 рублей, первое место. Так, The Паша Чанов. Так, Паша. The Паша Чанов. Так, вот эту ссылочку убираем, потому что я тогда не смогу посмотреть. Так, все, заходим и проверяем, подписан ли он на этих чувачков. Так, все видео, понравившие видео, так. Да, ему конкурс понравился, но у тебя, конечно, ты, братан, извини, но у тебя нету кое-чего-то там. У тебя не написано подписки, а должны они все же быть, ты лайкнул видео, но, точнее, ты открыл фид канала, но ты все же не открыл подписки. А так бы ты выиграл 4000 рублей, конечно, ты меня прости. Но мы выбираем следующего победителя. Так, давайте следующий. И какой-то самурай. Сейчас мы проверим. Самурай, надеюсь, ты меня не подведешь. Так, убираем вот эту вот ссылочку. И все, готово. Заходим опять на его же канал. Ха. У него тут два всего лишь листа. Это Евьеха и PewDiePie. Я, к сожалению, в тебе, в самурай, разочаровался. Но ничего. Мне еще времени много. Я могу еще выбрать победителей. Так, и у нас, ребят, первое место занимает Hitman 2004, надеюсь. Сейчас мы его проверим, этого Hitman 2004. Так, вот теперь у него все нормально. Вот у него, так, вот, видео. Сейчас, может, в каналах, так, проверяем. Он должен был подписаться на спонсоров. Я пока что даже себя здесь не вижу. Так, ищем. Надеюсь, я себя все же найду. Я даже здесь ни одного спонсора пока что не вижу. Так, огонечек вижу. Вот, в гостях у Санька, Сиоки, Тайтмастер, на меня подписан. Так, да, он подписался на всех спонсоров, было всего лишь 5 спонсоров. Нет, или 4 даже. Да, он подписался именно на всех спонсоров. Так, ты подписался на спонсоров, молодец. Так, теперь видео. Видео. Ой, нет, плейлисты и... А, вот, у тебя как раз все же понравившие там есть, вот я видел. Понравившие, 799 видео понравившиеся. Ну что, если ты лайкнул все же видео, поздравляю, ты выиграл, да? Останется только тебя проверить, вступил ли ты в мою группу ВКонтакте. Так, вот, как раз ссылочка на ВК оставил. Ваня Иванов. Ваня Иванов, поздравляю, чувак, ты, короче, выиграл, да? Так, где здесь можно проверить, вступил ли ты в мою группу ВКонтакте? Так, так. Официальная группа, Origin. Так, ну, в принципе... А, вот, полный список. Ну, короче, я узнаю, проверю его в своей группе ВКонтакте. А пока что я запишу твой канал и ссылочку на ВК. Сейчас, все, я поставил, так... Все, записал тебя, поставил на тебе, готово, все. Добавил тебя в избранное. А теперь, ребят, приступаем ко второму месту, который может выиграть 1000 рублей. Че ж, погнали, что ли? Так, и у нас второе место получает Вася Макакин. Ура. Так, Вася Макакин. Ну что ж, братан, сейчас мы проверим, подписан ли ты. А, Вася Макакин, ты, конечно, извини, но ты мог выиграть 1000 рублей, но ты не выполнил условия конкурса. Ну, может, ты их выполнил, но у тебя закрыт фид-канал, и я не могу посмотреть, на кого ты даже подписан, да? Ладно, выбираем следующего победителя. Второе место, погнали. И у нас, ребят, второе место занял
Алекс Гейм, ты лучший. Лучший, спасибо. Алекс Гейм, так, убираем about, типа посмотреть на канал. Вот, здесь у него всего лишь есть подписки. Мне нужны еще и лайки, потому что у тебя лайков нет. Может, ты даже на меня подписан, но все же у тебя лайков нету. Извини, братан, ты уже не подходишь. Надо было еще и лайки открывать. Так, и второе место у нас забирает Арсен Чуналиев. Вроде бы правильно прочитал, надеюсь, он все же затащил. Вот, вот каналы, первым делом заходим в каналы, проверяем, он ли это. Да, он подписался на спонсоров, раз, два, три. И где здесь последний спонсор? Вот он. Все, он на всех спонсоров подписался, плейлисты. Сейчас я буду все четко проверять, так что вы не бойтесь, да? Победителям я всем сообщу, кто заточил. И вот даже понравившееся видео есть, на паузу поставить, а то еще авторские права получу. Так, итоги. Вот, новогодний конкурс на 5000 рублей. Он поставил лайк, все, молодец. Что могу сказать? Красавчик, братан. Так, и там ты оставил даже ссылку на ВК, молодец. Я тебе сейчас тоже добавлю в избранное. Так, добавим в избранное, готово, все. Я вам отпишусь после того, как засниму ролик. И, ребят, третье место у нас получает 10 лицензий Майнкрафт. Сейчас мы, ребят, с вами узнаем, кто же получил эти 10 лицензий Майнкрафт. Итс Гризи. Вроде бы правильно прочитал, да. Заходим на его канал. Так, и посмотрим, что же у тебя тут есть. Мне уже в ВК пишут подписки, понравившееся видео. Давайте сначала понравившееся видео посмотрим. Да, вот новогодний конкурс, красавчик. Так, и еще надо пару спонсоров. И надо проверить, подписался ли он на спонсоров. Раз спонсор, два спонсор. Не понял, только на два спонсора, что ли? Так, два спонсора только вижу, и все, пока что больше не вижу. Так, он должен был еще подписан на меня. Вот третий спонсор. И. Где же? Там было всего лишь... Вот, раз, два. Все, он, в принципе, на всех подписался. Поздравляю, чувачок, ты выиграл у нас 10 лицензий Майнкрафт. Ребят, хочу вам также сообщить, что следующий конкурс будет на... Ой, это очень огромная сумма, на 10 тысяч рублей. На данную сумму у меня будет стрим, а на эту сумму я хотел его сделать, но почему-то я передумал чисто из-за того, что у меня очень большие проблемы с интернетом. Я им звоню, говорю, у меня лагает интернет, они все равно 5 минут нормально, все, а потом так же, как и было, вылетает Skype, Minecraft. Вот поэтому я все же не смогу сделать для вас сегодня результаты конкурса на стриме. А, ребят, на этом все. Хочу поздравить победителей. Я вам отпишу сейчас в ВК после записи, да? И на этом все, ребят. С вами был Домер. Следующий конкурс будет на 10 тысяч рублей. Это где-то через 2 дня. А я вам желаю удачи. Всем пока, ребят. С вами был Домер. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк. Если вы хотите еще конкурсов, пишите в комментариях. Если вы реально хотите конкурс, то пишите и ставьте лайки. Всем пока, ребят.